Спасибо большое, человек с никнеймом Древесный Слухач. Пора послушать настоящую музыку от настоящего музыканта Иглэка. Давайте послушаем музыку. Пенис, Дед и Пенис дали сольный концерт. На гриле. Че, будешь на гриле ехать? Или... Ну-ка. Он на гриле, а человек еще отыграл. Сейчас погромче сделаю. Срезал на ходу. Зашел какой-то. Ебать. Можно ли без слуха стать крутым музыкантом? Да, конечно. Ну, то есть, смотри, слух — это, ну, просто скилл такой прикольный. А, типа, смотря... Быть музыкантом — это миллион разных вариантов, понятий. То есть, просто исполнителем, допустим, да, сочинять песни без слуха можно, я думаю. Там, может быть, петь будет тяжеловато? Ну, я думаю, можно. Барабанщик же может быть без именно слуха на там, тональности. Так что, да. Кто это еще сделал? Опять сейчас будет флудить во всю игру, как это говно ходит. Опа, Паш Рамштайн, спасибо. Очень жорный. За донат. Ну, захотел, зачем заходить? Что-то пока херня какая-то происходит. А так перед всю игру. Это как играть? Это кто-то из своих нас. Я не то чтобы на что-то намекаю, но... У меня установлены World of Tanks. Я даже какой-то уровень получил. ВК прислал, наверное. Половина песен сейчас современных. Танкист, пидорасы! Танкисты, хуесосы! Пахкало звук идет, почему он такой зеленый хуйни? Россиянская эстрада стоит в сторону. Вроде висит между... Блин, а я тоже так могу, кстати, наверное, найти сейчас. А где у меня, кстати, автотюн? Блять, блядь, ставьте там, блядь. Тяжелый бюджет. Еще разочек давай. О-о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 
Опознавательная такая песня, блядь. Да. Что такое все разбирается? Со смыслом, да, правильно? Долбоёбы. Все есть. Я выкинул, У кого? Я, блядь, всем отключал голосовое, чтобы определить. Кто это был?
Да вот, там первые 13 или 14, точно не помню, двойки. Там не зашел. Так Ланолис был, что ли? Не понял. Не знаю. Посмотри. Сергей, тебя что ли? Приветствую, говорю. Что? Извиняюсь, что перебил ваш бурный разговор. Что надо, командир? Среднее ставь. Сергей, это ты включил, что ли, на паттоне? Да, быстрее. Кого? Нет. Не, это не он. Он был вообще... Такой, призаткнулся там. Да, дебилы. А как он не понимает, как они не понимают, кто включает, почему? Китман, давай я жму. Ну я смотрел, что где-то внизу, где-то, блядь, с 12 по 15 будет. А что я думаю, откуда звук идет? Почему у меня была зеленая херня? Я думаю, что между этими, ну, там, бой два назад, может быть. А, кстати, пранкеры, что ли, заходят? Это, короче, пацаны, это пранкеры, Фэб и Кабу. Они, короче, выходят где-то раз в неделю и потом выкладывают, типа, на своем сайте записи. Да нет, там музыку кто-то включил. А, блин, я не знаю. Ну, типа, не. Обычно там пердят. Это с этим. Они, короче, заходят, короче, всех хуйню, потихоньку заходят тебе команду и начинает, короче, все, связь когда идет, бой начинается и начинает музыку включает и все. Это не ты случайно включаешь. Я сейчас телефон заряжу, тогда могу включить. Не надо. Да нет, на самом деле какие-то, не знаю, то есть что у них в голове, блядь. Мужики, блядь, пришли с завода, блядь, хотят отдохнуть в танках, а они мешают, блядь, пиздец. Да там пиздец, вот там, им похуй вообще. Именно завода. Господи, помилуй, спаси, сохрани, бабы не от лукового танкиста, Господи, помилуй, Черемша, блядь, проснулась, ну, все, пиздец. Начни с меня, например, то есть, и иди просто снизу вверх, если или сверху вниз. Это не 12, это не было, я могу выключить. Это не 12? Нет, это не 12. Включай каждому звук просто. Не 12? Нет, типа, я слышал, что вроде бы, если бой начнется, то эти пранкеры отваливаются, получается, от боя. Слышишь, Вась? Кто только что сказал про завод? Да, кстати. Про завод кто сказал, блядь? Ты, пидор, блядь, отзовись, нахуй. В смысле, про какой завод? Чувак, я не говорил про завод. Я говорю то, что я сталкивался с этой дерьмом вообще, блядь. Нет, я сам даже создавал вот роту, там дебил какой-то заходит, и все. Знаешь, мне кажется, это там... Ну, она домой, сейчас уже выключится же. 3 минуты. Если сейчас вы поставите, то не пойдем. Да, надо что-то решать. Опять! Это не я. 13. Блин, это если это я, то я, блядь, пидорас ты, блядь. Понятно? 13. Какой танк нужен? Ай, выветривайся. А не, я выкинул там. Что, мужики, это я и Танкисты,
Блядь. Денчик встанет. Все. Пора, блядь, докуривать и это. Писюн так выглядит. Да. Ну, прекрасно. Слезы кончились. Который месяц я захожу. Трек прямиком из пожилого рая. Лучший дуэт самарской эстрады. Я чуть не сдох, а почему? Ки-ки, стой. Пидорасы! Блядь. Маска НТ-200, блядь. Маска. Ладно.